Данный комплекс нам помогает для предотвращения наступательных действий противника, выводя из строя и поражая легкобронированную бронированную технику и, соответственно, личный состав противника. Данным комплексом были поражены цели в лесном массиве при подготовке противником наступательных действий. Цель была у нас боевая машина пехоты и личный состав до 15 человек. По данным воздушной разведки были обнаружены и переданы нам координаты. При подготовке беспилотного ударного судна осуществили запуск, и по видеофиксации с нашего беспилотного разведчика было нанесено поражение точно в цель. Атака справа. Атака справа. Машину наблюдаю. Действую. Работает. Мост разъебанный. Не знаю. А? Плюс. Брат, я таран, зараз відходим. Отходим, прийдеться. Вмив. Отходим, будь-які. Давайте взяти. Десь там орієнтір озера, на мене туди уходить. Всіх забираємо. Будь-які, виходим. Входим, відходим назад. Рука бьется, блядь. Надо доклад в турнике. Блядь, его в турнике. Да, турник. Да, да, да. Давай. Дружина. Накрива. Терпи, терпи. Стану. Крий. Тяни. Вийшли, давай. Вийшли, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Нічого, нормально, блядь, мужики. Ще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Гори, молодежь. У нас там летели. Что там, кто? Гори, молодежь. Запомни, пошли. Гори, молодежь. Запомни время, 15:25.
Давай ты пальцы по чуть-чуть на посадку, посадку. Куда вот машину? Ползем, ползем! Сорвать!